Анализ экспертов основывался на стоимости топлива и объеме, который могут купить местные жители на среднюю месячную зарплату. Например, на свое жалование более 2000 литров бензина способны купить жители Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов и Москвы. Меньше всего на зарплату топливо приобрести могут проживающие в республиках Северного Кавказа – чуть больше 600 литров. Разброс цен на бензин по стране тоже велик. За литр АЕ-92 с потребителя возьмут в республике Коми от 48 рублей 6 копеек, а 65 рублей 77 копеек будет стоить бензин этой марки в Магаданской области. В Оренбуржье в первой половине года самая ходовая марка топлива стоила 50 рублей 88 копеек. И купить на месячную зарплату оренбуржцы могут около 1000 литров. Отметим, что в июле на некоторых АЗС стоимость 92-го бензина уже подросла до 51 рубля. А сейчас информация о ситуации на валютном рынке. Актуальные данные от Центробанка вы видите на своих экранах.